И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Райк, и перед началом данного видоса я хочу попросить вас подписаться на канал, так как я вижу ваши подписки. И очень скоро мы преодолеем отметку в 3000 подписчиков. Я очень мотивируюсь вашими лайками и подписками, а тем же сам и комментариями. Поэтому вас прошу подписаться, поставить лайк и прокомментировать. А сегодня на ютубе я увидел то, что гуляет такой вот порт CSGO на CS 1.6 клиент. То есть CS 1.6 клиент, там движок есть свой, Origin, я не помню как он называется. И все нужные ссылки будут в описании в закрепленном комментарии после достижения в 20 лайков. А сейчас я выберу карту DDoS 2, и мы пойдем обозревать данную CSGO. Вот нас уже встречает вот это вот меню при выборе контртеррориста и террориста. Конечно же, мы зайдем за террористов и выберем своего персонажа. Я себе хочу такого бандита крутого. Сразу же у нас в руках нож-бабочка. Управление здесь невидимое, все эти кнопки я покажу чуть позже. А, мы можем купить разное оружие, все нам доступно. Здесь есть также револьвер. А, сначала мы осмотрим G22. Калаш. И эти оружия сделаны максимально красиво. Я должен вроде бы это все комментировать, но мне не хочется это все комментировать, я хочу в это играть, мне это нравится. Так как CSGO перенесена максимально, у меня слов нету подобрать. И да вот, собственно говоря, тот самый револьвер, который я вам обещал показать в начале ролика. Здесь он есть, здесь есть практически все оружия, которые есть в CSGO. Вы можете спокойно здесь поиграть, есть осмотр, здесь есть все, чего вы хотите. Вот, собственно, конфиг, как он выглядит, как выглядит изменение расположения кнопок. Все это вы можете сделать, нажав на кнопочку шестеренка, которая у вас внизу. Все, каждая кнопка здесь подписана, вы можете на видео не разглядеть, но они все подписаны. Как только вы ее скачаете, вы поймете, как здесь играть, как это все запустить. Если же вы все это не поймете, как сделать, я отдельно запишу ролик обучающий, как скачать, как ее запустить, если вы хотите. Но опять же, я жду от вас актива. Не забывайте подписаться на канал, так как все это делаю я ради вас. Есть АВП. Она перенесла максимально просто. Я, скорее всего, сейчас запишу этот ролик и пойду катать в эту КС-ку. Вдруг вы меня встретите, я не знаю, если вы успеете 20 лайков набрать. Я сейчас в ближайший час, наверное, буду катать в этой КС-ке на серверах. Здесь на серверах играть тоже, по-моему, можно, да. Или с ботами, я не знаю, как получится. Ну, надеюсь, вам данный обзор понравился, и если вам понравилась данная КС-ка, пишите в комментариях, отпишите свое мнение, что мне изменить, как мне снимать, делать ли монтаж, и делать ли какие-то ставки. А с вами был я, Равик, всем удачи, всем пока!